Минскского горосполкома Феликс Федорович Олег. Награждаю теперь кубком медалью, памятным призом и естественно слезами. Аплодисменты, пожалуйста. За второе место награждается Таисия Наскович. Таисия Наскович. Таисия Наскович, студентка Белорусского университета физической культуры и Тserakh тоже. Награждается кубком, медалью, памятным сувениром и цветами. Награждение проводит заместитель председателя Минского райисполкома Феликс Федорович Галюк. И чемпионка Республики Беларусь в этом виде программы стала мастер спорта международного класса, победительница первых европейских игр. Чемпионка мира Елена Амилиусик! Вот она, наша героиня, вот она. Сегодня не давала спать в руки, беспокойная самая была. И ей досталось первое место. Награждается Алена. Майка чемпионки. Не торопитесь, не торопитесь, спокойно, у нас время есть. Фотографию. Медалью, памятным призом, награждение проводит заместитель председателя Минского райисполкома Галюк Тserakh. Пожалуйста, снимок.